Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Так, невероятное событие, давай посмотрим. Что тут такого невероятного? Используйте стратегическую колоду Бабаха, двойная угроза, чтобы превратить детеныша Гризши в мощную Гризши с помощью галактического кактуса, Иван-чая, гуавы и зомби-противника с одной единицей здоровья. Чего? Чего? Зомби противника с одной единицей здоровья. Так, ну давай смотреть. Угу. Так, вот это, наверное, пока отменим. О, о. Вот здесь тоже берем. В принципе, неплохо. Пока ничего не буду ставить. Надо будет после того, как поставим ягоду, ставить кактус. Вот это будет топ. Ну что же я могу сделать? Вот так вот сделаем. Так, дальше что у нас тут? Ага. Я вот так вот сделаю. Допустим. Ну, допустим. Так, дальше что нам сделать? Да, вот так вот. Ну, давай сделаем вот таким вот образом. Погнали. Так. Так, окей. Угу. Ну что я могу сделать? Я могу приложить следующее. Чё с мышкой-то, ёк-макарёк? Подклинило. Так, неужели у него кровожадность? Такое же может быть. В принципе, вполне, да? Ах, кровожадность, я тебе о чем и говорил, ребята. Так, этого, наверное, бомбанем или кого? Да, бомбанем его. До свидания, до свидания. Все очень даже великолепно вышло. Соточку билетиков получили. Разыграйте два зомби из надгробий. Всего лишь одно задание. А знаешь почему? Потому что я недавно только, ребята, на планшетике играл. И все, пытался выйти в новую эту, в новый дивизион, и не получается. Жмут, друзья мои, жмут меня. Даже родная зубостизила не помогает. Понимаешь? В основном противник выпадает мне либо разгром на гаргантюахах, даже танцор этот, как его, даже заразительная сальца сегодня на гаргантюа меня развалила тут в хлам. Уж не знаю, что вот сейчас будет. Честно скажу, не знаю, ребята. Но я чувствую, что ничего хорошего мне тут не сулит. Посмотрим, что вообще может получиться. Естественно, он сейчас, наверное, возьмет этот добор свой дешевый, мне кажется. Угу. Угу. Ну что, наверное, стоит его бомбить, слопать. Сто процентов какое-то заклинание хотел применить. Вот, видишь, о чем я тебе и говорю. Так, ну что, там все карты у него стали дешевле, да, стоить?
Интересно, девки пляшут. Ну давай я так сделаю. Видишь, ландшафтик все-таки у него был. Ландшафтик у него все-таки был, да? Ну, я не знаю, что, ребят, тут влепить. Давай так поставим. Да? Даже вот так вот? Начинается, короче. О, сколько у него ландшафтов, оказывается. Понятно, будем знать, ребята. Ты посмотри, он что, на ботанах, что ли, играть собрался? Так, ну этого мы уберем отсюда, это понятное дело. Или вот этого лучше убрать? Не, наверное, вот этого вот уберем. Пускай вот здесь стоит. А здесь как сделать? Блин, как лучше сделать, ребят? Давай, наверное, вот так вот. Ну что же, морж. Ну, моржа придется вырубать, ребят. Тут уж как ни крути, да? Обидно немножко другое, ребят, что сейчас мы не получим карты. Меняет на телепорт. Окей. Давай смотреть, что он сейчас тут будет делать. Понятно, утягивает зомби, гондолу. Ну и получается, что все, наверное. Нет, ребят, не все еще. И еще не все. Хе-хе, вылез. Чучундра. Вот так вот, да? Ну что же. Посмотрим. Все? Пацан, смирись. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, вот это была моя огромная ошибка. Знаешь, в чем заключается? Сейчас посмотрим, кто этот превратится в кого. Видишь как?
Ну, это трындец, ребята. У меня хилочки-то нету. А зачем мне хилочка? А зачем мне хилочка? Шесть и шесть, 12. Если он сейчас вот этого уничтожит, то я проиграл. Если же не... Все, ему кранты, ребят. До свидания. Оу, щит. Это же... Подожди, а как... Блин, у него же пробивной. Ребята, у него пробивной же стоял, насквозь который, вот он. И причем не срабатывает защита. Ну тут, конечно, да, я что-то просчитался. Я думал, что он по цветку ударит, цветок в ответку. И, соответственно, одну единицу урона мы нанесем. Так, подожди, у нас там задание, по-моему, появилось новое. Вот это я, конечно, да, просчитался. Что-то совсем, совсем из головы вылетело, что это пират. Да, некрасиво получилось. Тупанул, друзья, что-то... Уже о победе предвкушал и... Так, то же самое, что ли, по-моему, да? Тебе не кажется? Что вроде... А, нет, там был у нас этот... Блин, смотри, вот мне не дали ни одной карты на хил. То есть, ну, как бы хил есть, родничок, но мне не дали ни болгарского перса, ничего. Сейчас будем пыхтеть тут. Ну, вот что ты вот прикажешь мне здесь сделать? О! В кого он там превращается? Понял. Еще карта будет брать. Ага-га. В кого он там превратится сейчас? Ой, не знаю. Так, уберем его оттуда сейчас. Хей! Чучундра. Так, ну что, давай тогда, наверное, мы сделаем следующим образом. Вот это вот сюда уберем. О. Кто у него тут? Понял. Не знаю, ребят, даже что сказать по этому поводу. Ну, допустим. Допустим. Возможно, кровожадность будет у него. Нет, ребят. Не кровожадность. Блин, еще и 4 сделается. Ё-моё, на ландшафте. Блин, надо было вставить вот этого парня и все. Ладно, сейчас мы его уберем отсюда. Подожди секундочку. Нет, наверное, мы все-таки уберем вот этого. Роза. Такс. Вот теперь сиди, думай, кого он там, ребята, ставить собирается. Ага, вот так вот. Так, нам надо как-то
хиляться, да и побыстрее желательно бы. Пим-пим-пим-пим-пим. Так, ну что, он тут все запланил, да, получается? Сделаем с собой тогда вот так вот. И вот так. Плавунчик у него, оказывается, здесь. Нет, 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 нет. Это тебе не поможет. Так. Вот это напрягает меня сейчас, в данный момент. Ага. Угу, вот так вот, да, значит? Кровожадность опять, или что у тебя там? Нет? Так, что я сделал? Я, наверное, сюда... А, все, сдался. Я хотел сюда поставить уже этот бамбук, вытянуть две карты, прокачать нашего страуса картофельного, ну и потом бомбануть. Потом думал бомбануть, но видишь. Подожди, подожди, задание хотел же глянуть. Не успел, ребят, не успел, поспешил. Блин. Сахара нету, хочется кофе, ребята, дрепнуть. А сахара нету, без сахара я... Да ё-моё, я только хотел отказ сделать. Я тебе говорю, этот месяц, вот тот месяц, ноябрь, был просто какой-то, я не знаю, ребят. Серьезно? Зачем мне вот этот вот молоточек здесь? Я никак не могу понять. Это не моя колода, это совсем другая, ребята. У меня есть там покруче. Нафиг этот молоток? Он, во-первых, он один, выпадает очень редко и стоит, извини меня, 3 энергии для того, чтобы убить зомби, который стоит, по-моему, не больше 2 энергий. А, 3. Да, не больше 3 энергий. То есть, ну, как бы нецелесообразно, я вот как по мне. Ну, давай, 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 ржавый разряд, соображай быстрее, ну, не тупори. Ну, я даже не знаю, стоит ли... Наверное, я не буду, ребят, тут заморачиваться с ним. Я, кстати, помню, играл тоже за кого-то. Вот таких вот гномов у него было аж 5 штук. Я подумал, что это читер. Ну, я специально здесь ничего не стал делать. Ну, можно было бы, конечно, захомячить, но, ребят... Смысл, может быть, сейчас он поставит противника намного круче, чем этот охламон. Или пускай хотя бы его прокачает. После этого можно будет его уничтожить через... Как у нас вот это называется-то? Ой, ой. Ладно, не будем смотреть, нафиг кто глюканет еще. Вот. Вот, ребята, уже лучше. Но опять же думает долго. Дотук. Да действительно он дотук. Это прям видно. Да чего же он дотук. Тут можно поставить болгарский перец, в принципе, хильнуться. Или же уничтожить. Ну, тратить. У него может быть какой-нибудь валун. Может быть, ракета. Б.
Берет энергию. Ну, допустим. Так, у него 4 энергии. Естественно, он меня опережает, да? Ну давай, думай быстрее, а. Ну сейчас, если он кого-то поставит, можем, в принципе, захомячить. Если что-нибудь там серьезное будет. Что-то долго-долго он соображает, если честно. Ладно, я пока тоже ничего не буду делать. У него может быть ракета. Значит, у него хил есть, раз он так... раздает все налево и направо. Значит, хил у него есть. Я думаю, что не стоит, наверное, пока ставить его. Еще берет энергию. Ну вот и попался парень. Да ладно. Ну ладно, пускай будет так. По крайней мере, мы можем, если будем хиляться, стрелять. Если, конечно, у него там валуна нету. Давай сделаю вот так вот. Еще энергию берет. Что он там задумал? Что он задумал? Я не знаю, ребят, что он там мудрит. Давай так сделаю. Куробойщик у него, что ли? Ну да. Видимо, куробойщик у него там. Так точно, ребят. Рабочую крышку. Ага, все, ребят. Он понял. Вот почему он брал и энергию тратил. Ну, заклинашки. Он хотел на курабочика сыграть, но, как видишь, не срослось у него. А так бы, может быть, и выиграл. Хотя у меня там алоэ было. То есть десятку сверху бы я накинул. Плюс у меня были эти шипарики, которые уничтожают. Можно было бы выкрутиться, наверное. Так, это профессор, да? Кислых щей. Тоже тут еще сарделька. Смотри, как сделал, а? И карты-то мне добор не сделать. Понимаешь, да, почему? Так, куча заклинаний у тебя, да, хмырь? Я же знаю. У тебя там куча заклинаний. Видишь, что он делает? Он уже подготовился. Как лучше сделать-то? Давай так вот сделаем. Угу. Я тебя понял. О.
Так, набирает, да? Ну, в принципе, ребята, мне это даже может быть на руку. Так, так. На нафиг. Ботаники, да, значит, у тебя? 4 энергии. Угу. Погнали. Так, галактический огурец. Так, ну что, кого-то сейчас поставит? Ага. И это все, да? Так, подождите секундочку. Сейчас как бы тут лучше сделать-то? Наверное, так. Итак, и здесь вот так. Посмотрим. Ну, кокос, в принципе, тоже неплохо, ребята. Кокосовый король. Так, достал. Поехали. Сейчас будет, наверное, тут что-то бомбить, я не знаю. Кровожадность и прочерк. Окей. Наносит 2 единицы урона. Допустим. Так, птичка. Да я вот думаю, как вот лучше сделать-то мне. Этого убрать надо будет оттуда обязательно. Теперь не получится. Теперь не получится, ребята. Ладно, сделаем так. И вот... вот так. Так, сработает же защита. Так, еще и карту вытягиваем. Хорошая карта. Минус 2-2 дает. Этого ханулька сразу уничтожаем. Ну да, заклинашки у него могут быть. Давай, 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 делай там. Курабочек, что, курабочек, что ли, он заклинашки применяет? Здесь не могу понять. Утягивает еще 2 карты. Ну что, ребята, тут уже уничтожаем его полностью.
Ставим ландшафт и начинаем бомбить его. Тут уже это ему не поможет. Немножко я просчитался, да? Ну, тут все равно ему крышка. Бомбанем сейчас, да и все. На отхиле его уничтожим. Курабочек твой не помог тебе. А я так и думал, ребята, что он... Что-то я смотрю, он раздухарился, там начал эти... Думает, точно что-то не добро. Правильно. Курабочек решил вытянуть как можно быстрее. Так оно и получилось. Угу. Супермозг, да? Получается у нас тут супермозг. Да что ты будешь делать-то? Все... Ну, хотя бы добор дали, ладно, спасибо. Давай сразу добор тратим. Самый, конечно, крутой, я считаю, это, ребята, огурец. Во-первых, за 3 энергии 1,4, я не спорю, атака у него, конечно, маленькая, но то, что он нас накидывает нам легендарные карты, это, конечно, большущий, огромный плюс. Вот думаешь, стоит его бомбить? Давай ударим. Сметем его, так сказать, да? Можно было бы, конечно, лучше бы урон получить. Вот кто тебе, да? Кровожадный зомби. Отличная карта, ребят. Кровожадный зомби пускай здесь стоит. Так, у него, наверное, бонусная атака там будет, скорее всего. Поэтому этого сюда вот отодвинем. Вообще уберем его лучше отсюда. Ну ладно, карту мы в любом случае вытянем. Причем карта довольно неплохая. Роза. Этого можно молотком по башке, как говорится. Не, лучше тогда вот этого. И вот так вот. Сразу же за энергией побежал. Хлыщ. Еще вытягивает две карты. Добор, короче, делает. Угу. Давай сделаем вот так вот. Посмотрим. Опа. Опа. Ну давай, тронь его. Кого ты будешь трогать? Любого тронет, ему хана. Кровожадность. Давай, 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 тратьте. Кровожадности свои у меня тут есть. Чем повоевать. Просто запомним, запомним, ребята, что у него есть кровожадность. Так, надеюсь, не особо мощные выпадут. Ну, ребят, ну вот это вот уже называется специально. А почему вот этого не перетянул? Че?
Бля, сейчас на воде оставит кого-нибудь, да? Ну это ладно еще. Этого надо бомбить. Этого надо бомбить. Так, сундук. Понятно все. Это тоже как бы меня не особо интересует. Даже одолжение сделал мне, окей. Даже сделал мне одолжение. Так, окей, давай дальше двигаться. Такс, окей, понятно. Сделаем так. И сделаем вот так. Там посмотрим. Да ну нафиг. Восемь здоровья, ребята, у него 8 всего лишь. Мне бы добор бы какой-нибудь где-нибудь надыбать. А вот где мне его надыбать? Ох ты у него там, смотри. Да, тут я, по-моему, проиграл, ребят. Ладно, сейчас посмотрим. 8 единиц урона, блин. Фиг знает, как вам нанести эти 8 единиц урона. Пока не знаю. Ну, Роза может нам помочь. Ну что залагало, блин? Ну ты что, специально что ли, а? Так, что мы можем сделать сейчас в данный момент? Даже не знаю, ребят. Попробуем сделать тогда следующим образом. Ставим так. Ставим так. И вот так. Угу. Берет энергию. С этой прокачкой, блин. Где мой цветок, ребят, который мне дает? Короче, игра начинает глючить. Не знаю, что происходит, ребята.
Вот где ты был раньше-то, ёк-макарёк, ты когда-то мне нужен был. Все, ребят, тут можно сдаваться смело. Тут без вариантов, что я сделаю с одним этим цветком? Ничего, конечно. С горшком, он, ребята, меня подколол на горшке. Честно тебе скажу, не думал, что за каждого он возьмет. И плюс, мало того, что он возьмет за всех карты, так у него еще этот чувак стоял, который за каждую карту плюс 1-1 делал. То есть вот такая вот получилась ситуёвина. Неприятная, совсем неприятная. А если бы не этот горшок боевонный бы... Да нет, даже бог с ним, с этим горшком. Если бы не вот этот тот чувак, который увеличивал карты, может быть, и выиграли бы. Так, Гаргантюаха что-то там тоже стоит, ничего не делает. Наверное, точнее, разгром. А сразу такое впечатление, что он на Гаргантюахах будет играть. Сразу вот такое вот складывается впечатление. Если не отреагирует. Так, вот что у него тут. А у меня ландшафтов нету, да, как всегда. А нам он... Ну, о чем я тебе говорил? Так, 5 энергии, да? Нет, пацан... Блин, неужели у него сейчас будет шар? Такой может быть, ребят. Что шар? Если нету, то... Мы его уничтожим. А это, по-моему, не спасает, ребят. Насколько я помню... Да, защита не спасает. Вот этот ландшафт меня что-то напрягает. Его бы как-то перекрыть. Давай сделаем так. Ну, тут можно, в принципе, разобраться сейчас через вот этого. Если он поставит сейчас, конечно, какого-нибудь Гаргантюа. Но он поставил, но не там, где надо. Совсем не там, где надо. Короче, сделаем так. Ну и вот так вот. Погнали. Ну, здоровье восстанавливает, понятно. Пум-пум-пум. Что делать будем? Ну, этого я уничтожу, это понятное дело. Сейчас попробуем. Так, так. Не знаю, может быть, через хил. Фараон.
Фараон. Или 2 и 2 сделать. Давай так, короче. И вот так. Да, посмотрим. Наверное, этого будет пичкать, да? Ну что, я могу вот сюда поставить, наверное, на этот. Вот этот круто. Вот это, ребят, серьезная была заявочка, если честно. Оу, воу, 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 нет! Нет! Ну зачем же это так, Рейчик? Ну ё-моё. Ну что, ставим тогда вот так вот, чтобы просто не получить урон. Да? Его же туда перетянет. А давай так вот сделаем. Поехали. Безумие. Безумие поставил. Даже пока не могу понять, что лучше сделать-то. Да что ты делаешь-то? Я хотел рядом мне подставить, придурок. Просто тупо хотел поставить рядом. Поставил. Надеюсь, у тебя ландшафта нету, блин. Будет вообще не айс. Я хотел вот этого поставить спереди. Спереди вот этой шипастой лужайки. И это не поможет. Ух, вирусу даже он. Вирусу в него даже, ребята. Ну как. Но карту все равно заберет, гаденыш. Как вот мне от этого избавиться? 10 лицо, да? Даже если я тут супер-пупер захиляюсь. Не получится, ребят. Хотя, подожди. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Давай так сделаем. А посмотрим. А если у него сейчас вирус есть, нам крышка. По-моему, нам уже крышка, ребят.
И вирус у него есть. 12 в лицо, сейчас прилетит. От души, понимаешь? Даже 13. Ай. Я офигею, блин. С этой шипастой лужайкой. Это же надо было так обделаться, а, ребят? Хотел же, блин, ну, спереди поставить. Нет, она взяла, на нее среагировала. Ну и, соответственно, ему... Где вот эта вот карта, когда она нужна? Не... Вот ничего не выпадает, ребят. Этот охлам он тоже мне не выпал, когда вот этот вот хмырь, блин, вышел. Зомбот. Причем у него два зомбота. Одного же мы уничтожили, да, получается? Или как там? Блин, я уже забыл, как он появился-то. Одного зомбота мы уничтожили, и второй появился у него. Ну что, давай, иди сюда. Пускай тратит там кровожадность или что там у него. А, 2 единицы урона. Ну, молоточком добьем, или молоточком, или же вот этим можно. Посмотрим. Не, лучше молоточком, потому что если мы сейчас будем вытягивать карту, нам это боком выйдет. Там пират, наверное, скорее всего, у него. Упс. Упс. Ну ладно. Поехали. Да, посмотрим. О, рикошет. Так, ну что, а следующим у него кто будет там? Могильщик? Или опять рикошет? Я не знаю, ребят, кто у него там сейчас. Ай, Налина, найс. Давай сделаем так, так. И вот так. Вон кто у него. Рикошет. Как скажешь. О, хорошая карта, ребята, выпала. Ну, мы через болгарский перец сейчас сыграем, да? Давай так посмотрим, кто там у него. Прочерки. Сейчас еще и кровожадность влепит. Опять рикошет. Так, ну что, потом Алоэ Вера пойдет у нас. Не, до Алоэ Веры надо еще дожить. Так. Рикошет, наверное, там, да, я так понимаю, у него. Нет, не рикошет, ребята. Обычный вшивый зомби. Так, ну что, он остался без карты, это уже радует, ребята. В следующем ходу ставим Алоэ Вера и... До свидания. До свидания, говно. Посмотрим. Ой, ой. Ну ладно, прячь.
До свидания. Всего хорошего. Да, бомбанул. Но, ребята, это меня не устроит. Блин, мы опять скатились в самое дно. Давай последний поединок сыграем. Вот я тебе говорю, на 43-й дивизион не могу никак пробраться, ребят. Просто туда-сюда, туда-сюда. Как этот в проруби. Блин, блин, блинский, ребята. Ну ёпарсоте. Ну и чё? Добор хоть, слава богу, будет. Но у него тоже есть добор, наверное, эврика или еще что-нибудь в этом роде. Два страуса. С одной стороны, это хорошо. Вот хорошо, когда у тебя куробойщик, да, и вот ты вытягиваешь три карты. Он сразу дешевеет, прям, ребят, на глазах. Видишь, что вытворять начинает? И что он начинает вытворять? Естественно, он хочет свои заклинашки, ребят, применять. Вот, видишь? Точно куробочек у него есть. Угу. Не буду пока ничего ставить. Кого он сюда может поставить? Так, я посмотрю, кто там. Угу. Так. Что мне сделать? Как мне быть? 2 и 3, 5. Но этому кранты, да, получается? Этому получается кранты. Давай схаймячим, фиг с ним. Так. Пять в лицо, конечно, неприятно. Пять в лицо, конечно, неприятно. Ну а что делать, ребят? Курабощика ждет. Так ведь? Курабущик, курабущик. Курабущик. Погнали. Курабущик. Ну давай, ё-моё, чё там? Или у тебя за ноль энергии что-то есть? А? Мститель. The Avenger 09, блин. Фантазер, блин. Так, погнали. Хлоп. Хлоп. Понеслось, да?
Так, мы этого вытягиваем. Блин. Не получится, ребята, его вытянуть. К сожалению. Тогда сделаем немножко по-другому. Сделаем так. Ну и вот так, наверное. Так, сейчас хильнемся от души. Ой, алоэ вера пришла. Это вот не очень хорошо, кстати. Так, 5 и 2, да? Угу. Ну что, теперь алоэ веру ставим, ребят. Уже выбор невелик. Алоэ веру ставим сюда. Да и хорош пока. Носит 2 единицы урона. Ну, давай. Угу. Я не буду пока тратить родник этот. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Что дальше делать? Так, если я поставлю... Давай, наверное, так сделаем. Там же посмотрим. Да-да-да, доборы карт, ребят, доборы карт. Но ему кранты все равно, как ни крути. Даже добор карт ему не помог. Ну что, ребятушки, на сегодня, пожалуй, будем закругляться. Вот такая у нас сегодня была баталия на зубостизили. Надеюсь, вам понравилось. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.